Житель поселка Балахана-Сабунчинского района Ифада Метиев обратился в 12-е отделение полиции по поводу угона принадлежащего ему автомобиля марки «Хундай». Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в скором времени полиция задержала подозреваемого в совершении преступления несовершеннолетнего мальчика 2004 года рождения. Задержанный признался, что не собирался продавать угнанный автомобиль, а хотел поводить. В ходе расследования выяснилось, что 16 декабря он также угнал автомобиль марки «Opel», принадлежащий жителю поселка Балахана Эльвину Хирулаеву. Собранные в отношении задержанного материалы направлены в следственный отдел управления полиции Сабунчинского района. Севда Джафарова, Авкам Полатлы, Азертач.